Всем приветики! Всем привет, Икит! У нас сегодня суперский, просто суперкалорийный макбанк. Мы сегодня едим много шоколада, орео, вот эти штучки очень прикольные, они с молоком, их классно хрустеть. Рафаэлло и мороженое. Так как мы не опытные, да, мукбангеры, мы много сожрать не сможем, поэтому давайте поболтаем о чем-нибудь. Это нечто. Сегодня бы хотела рассказать очень интересную историю о том, как мы плохо отпраздновали Новый год 2022. Мы с мужем в декабре месяце бросили свою прошлую работу. Мы оттуда очень, ну не то чтобы очень, но... Не в самых лучших отношениях мы оттуда ушли. Вот. But just say it was with bad fever like this, doctor, etc. Don't say it would happen. Yeah, okay. Кофеёчек. В общем, и сразу же в декабре мы переехали в Германию. В середине декабря мы уже начали нашу новую работу. Работать. И мы решили с мужем... Почему бы и нет, и поехать бы нам бы отпраздновать Новый год в Париж. А потом решили, почему бы и не взять бы нашу маму с нами, мою. Но мы перед тем, как ехать в Париж, мы поехали к нему домой в Саламанку. И мы увиделись с его мамой, то есть с его семьей, мы отпраздновали Рождество. И был такой план, что Новый год тогда мы отмечаем с моей мамой. Но думали, что мы будем здесь делать, в этой Германии. Ну, как-то мы не знали. А такой Париж, типа праздничное настроение. Очень хотелось поехать. Я никогда там не была. В общем, мы приехали в Испанию, и, естественно, мы каждый день просто обжирались в Испании. У него дома, у него мама очень вкусно готовит, и вообще там полно морепродуктов, осьминоги, креветки, устрицы. А я... Устрицы обожаю. Вот реально обожаю. Те, кто из Харькова, они поймут меня. В Трупрайсе, а может быть и в каком-то другом городе есть Трупрайс, но
В Харькове True Price это просто, это моя любовь. Там можно было всегда по нормальной цене поесть нормальных морепродуктов, вкусных, они их реально вкусно готовят. Ну, короче. И мы, естественно, там ели... А, и в True Price я тоже постоянно ела устрицы, я их там и попробовала, и мне там очень понравилось. И с тех пор я люблю. В общем... Мы пару раз там кушали устрицы. И я так думаю, что на второй раз, когда мы ели их, мы чуть-чуть отравились. Но мы это не поняли сразу. Мы ели это в последний день перед вылетом в Париж. Мы прилетели в Париж 30 числа, поздно вечером. Мы прилетели в Париж, мамы еще не было. Она должна была 31 прилететь. Мы прилетели, поужинали в ресторане, в хорошем ресторане. Съели там луковый суп, я лично. What did you eat in Italian? Ой, in the restaurant in Paris, when we just arrived? Суп. Also суп. Он тоже ел луковый суп и стейк. И если честно, у меня немножко так, я что-то думаю, что может быть это все вместе так подействовало на нас. Устрицы днем плюс луковый суп этот вечером, потому что луковый суп был тоже отвратительный. Но мы были голодные, мы хотели есть. И все, мы поели, поехали, погуляли еще в отель, нормально поспали, встали с утра, Хавьер сказал, я себя плохо чувствую. Я говорю, да ладно, наверное, суп плохой был, попустит. Мы поехали гулять, мама должна была приехать 2 часа дня, и Хавьер мне опять говорит, а нет, я себя плохо чувствую. И я такая думаю, да блин, ну сейчас пройдет, ну я не знаю, там, давай выпьем чай и так далее. Мы пошли выпили чай. И ему полегчало. И мы едем за мамой. Мы в машине. Я еду, и я понимаю, что мне реально начинает становиться, ну, очень плохо. И я вижу просто на дороге, по пути в аэропорт, я вижу на дороге есть Макдональдс. Я ему говорю, быстро сворачивай Макдональдс, потому что мне сейчас станет очень плохо. Вы поняли, да? И я просто, я не у меня просто началась катастрофа полнейшая в моем организме. У меня, во-первых, начали сразу же все суставы крутить. Мне было так больно. Я не могла дышать. Вот реально, мне было настолько больно. Болит все тело. И ты реально не можешь контролировать себя. Вот реально. Ты не можешь пить воду. Я купила чай, все это самое. Мы доехали до аэропорта, встретили маму. Я не хотела вообще показывать ей, что мне плохо. Но у меня не получилось. У меня было реально очень плохо. И я не могла пить воду, ничего. Хавьеру опять стало плохо тоже. И мы весь день пытались кое-как себя собрать, в руки взять. Там, знаете, не хотелось как-то портить новогоднюю ночь. Мы в Париже, ну, реально, хотелось погулять, посмотреть все разные вот эти вот достопримечательности, Эйфелеву башню, пофоткаться, провести с пользой время, потому что мы туда прилетели на 3 дня только. Мама тоже, ну, как бы, хотелось как-то погулять. Естественно, мы купили вот эти порошки, таблетки, мы старались пить воду, но у меня дело в том, что... Я выпила сначала один вид порошков, он мне не помог. Я не могла воду пить все еще. То есть у меня просто было отторжение полнейшее. Организм пытался избавиться от этих токсинов, которые были в моем организме, настолько, что он просто не принимал ничего вовнутрь. А вторые медикаменты мне помогли. Я уже не помню, что я пила.
И у меня вот это вот остановилось, все, да. Но мне было настолько плохо, что я в новогоднюю ночь, я уже просто не могла выйти из номера. Мы вышли, мы пошли в ресторан, он у нас был забронированный. Мы пошли в ресторан, я ничего там не поела. Хавьер поклевал там что-то. Я извинилась, говорю, мам, блин, прости, пожалуйста, но мы реально не можем. Она, да ладно, что ты, я же вижу, как тебе плохо. Она и до этого говорила, давай останемся дома. То есть, ну, мне хотелось нормально провести эту новогоднюю ночь. В общем, вот так вот. You take it to your pizza. Окей. В общем, такие дела. Мы уснули под бой курантов, скажем так, да? Эйфелева башня в окне, салюты. А мы больные лежим в кровати. Зато в Париже. Мне, конечно, с этими делами надо быть очень осторожным, потому что можно же так и не выжить. Это очень опасно. Как вы понимаете, мы очень большие едоки. Мы... Я, если честно, уже наела всю фул. Yes. Мясо. You were so much, you know? Mix melter with very good. Not for me. I really don't like these melters. А Вера не нравятся эти melters. I like very much Raffaello. А те штуки такие, тут внутри, я так понимаю, безе. А снаружи очень вкусный молочный шоколад. Ну, конечно, очень сладкие. Что с этим мужчиной происходит? And ну, this Christmas we do nothing at home. We stay. А на это Рождество мы, наверное, ничего делать не будем и на Новый год. I think we eat half-half. I ate already one. Really? Mm-hmm. Когда он успел съесть уже это буэно? When did you eat? When I didn't even see. Maybe my brother come to visit us this winter with the kid. А, да. Может быть, его брат собирается к нам приезжать с малой и с его женой. И, кстати, я пригласила, ну, я надеюсь, пожалуйста, пошлите вместе со мной этот посыл в космос, что мои бабуля с дедулей созреют и приедут сюда. Потому что я их уже зову, и сначала, и, ну, да, дожить надо. Я говорю, бабуль, давай уже дожить. Мне нужно взять отпуск, мне нужно взять то, взять это, тебе тоже. Давай уже реально конкретно говорить, а не этот. В общем, пока что дело идет к тому, что они приедут. Надеюсь, очень. Я очень за ним соскучилась. Ну, и, может быть, его мама к нам приедет. Yeah. But my mom want to come more the time, like maybe one month or something. Но его мама хочет приехать где-то на один месяц. Но я считаю, why not? Почему бы и нет? Поездим по Германии, покажем им все. Классно. Конечно, очень классно в Германии, когда у тебя есть машина. Реально. Можешь путешествовать. Will be balls.
Я сегодня улетаю на Ибицу. О боги, как я счастлива. Мы с подружкой купили билеты на Ибицу. Туда и обратно за 40 евро. За 40. Мама сказала, езжай вообще без вопросов. Это такая цена вообще хорошая. В общем, спасибо вам большое за лайки, комментарии. Спасибо большое, my friends. Большое. Скажи дякую. Дякую. Дякуємо вам. Щиро дякуємо вам. Вы, не знаю, кто где, да, я лечу на Ибицу. Поэтому пожелайте мне удачи. Поставьте мне сердечки, пожалуйста, в комментариях, что-нибудь такое. Ми-ми-ми-ми-ми. Приятненькое. Лайк, подписка. И до следующего видео.